Всем привет, с вами Вивеля Клауд. Мы находимся на выставке «Русский Вейп 3» в Москве. И как же без Че Кастомс? Все вы их помните по достаточно объемному и массивному Dark Tower, с которым ходил наш главный редактор Алексей. Вот. И как бы спустя время, сколько у вас был момент такой тишины? Ну, где-то полгода, наверное, чуть побольше. Ребята ушли в творческий перерыв на полгода, и спустя полгода резко врываются с двумя новыми версиями своих бокс-модов. И это как раз-таки преемник легендарного Dark Tower, но в мини-исполнении за счет более компактных габаритов. Теперь он полностью практически прячется в руку. Не такая уж она у меня. 98 миллиметров там где-то, по-моему. Это в высоту? Да, в высоту. 98 миллиметров. Очень компактный. А что самое главное, что Dark Tower, что Dark Tower Mini, очень приятно ложится под указательный палец. То есть, несмотря на то, что он действительно... Несмотря на то, что он действительно внушительных размеров, он очень удобно лежит в руке. Питается, как и по классике, от LiPo батареи, 1300 мАч, плата DNA-200, соответственно, заряжать без проблем, microUSB есть, мощности с избытком, но не этим только все кончается. Материал есть, даже стабвуд, есть уникальные варианты достаточно редких декоративных элементов. Все это по заказу индивидуально вы можете с ребятами, они вам все сделают, реально. Ну да, в данном случае это вот латунная такая. Вот, латунная вставка, и нету ни винтиков, ничего. Она как будто вместе с корпусом, она очень плавно переходит от стабилизированного дерева к этой вставке. То есть все очень аккуратно, приятно и красивенько. То есть варианты и стабвуд, и обычное дерево, которое можно нанести любой рисунок. Да, в данном случае это вот ручная раскраска, то есть там... Да, есть варианты ручной работы, ничего. Когда действительно человек, который художник, который мастер своего дела, покроет по вашим рекомендациям, по вашим эскизам, по своим вольным каким-то идеям. Но также есть еще один, ну, вы понимаете, да, ну, Че Кастомс. Они не могут делать маленькие моды. То есть пока. Та же классика. Литий-полимерный аккумулятор 1300 мАч, DNA-200, microUSB для зарядки, все по классике. Но, опять же, вариант эксклюзивности. Стабилизированное дерево, любые гравировки под заказ, любые варианты оформления. И в итоговом варианте вы получаете действительно эксклюзивную кастомную вещь. И не зря как бы Modders Gallery на выставке – это действительно люди, которые не делают что-то серийное, они делают что-то уникальное и с душой. И где как не тут это проявляется. Это действительно очень, очень ценное, даже не сколько по деньгам, сколько для человека, который будет им владеть вещь. Цена ориентировочная стартует от 15 тысяч на Dark Tower Mini, на этого крепыша чуть выше, от 17 и выше. Все ограничится только вашей фантазией. Соответственно, в любом случае, обо всем этом вы можете подробнее прочитать на нашем сайте, увидеть позже обзоры на нашем YouTube-канале и на сайте, опять же. Оставайтесь с нами. С вами были Вивеля Клауд с выставки «Русский Вейп 3». Удачи! Спасибо!